Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Генри Томас Алкин, английский художник, гравер, главным образом известный как карикатурист и иллюстратор спортивных сюжетов и сцен тренерской работы. Его самый плодотворный период в живописи пришелся на период с 1816 по 1831 годы. Я цитирую Википедию. Родился 12 октября 1785 года в Сохо, Вестминстер, и был крещен 6 ноября в церкви святого Джеймса на Пикадилли. Был третьим сыном спортивного художника. Двумя его братьями были Джордж и Сэмюэл. Алкин-младший, тоже художник. Молодой Генри сначала учился у своего отца, а затем у художника-миниатюриста Джона Томаса Барбера Бамонта, также известного как Барби. В 1801 году Алкин отправил миниатюрный портрет мисс Габбинс на выставку Королевской академии. Он выставил вторую миниатюру Королевской академии, прежде чем отказаться от миниатюрной живописи и начать заниматься живописью и иллюстрированием. В начале своей карьеры рисовал спортивные сюжеты. Женился на Марии Гордон 14 октября 1809 года. Стал отцом пятерых детей, двое из которых были художниками. Примерно с 1816 года создал нескончаемый поток картин, рисунков и гравюр, посвященных всем видам полевой и другой спортивной деятельности. И его афорты на мягкой основе часто раскрашивались вручную. Умер в 1851 году, был похоронен на западной стороне Егерского кладбища. Хотя большую часть своей карьеры он был довольно богат, к концу жизни у него наступили трудные времена, и он был похоронен за счет своей дочери. Работал как маслом, так и акварелью, был опытным афортистом. Его самые ранние произведения были опубликованы анонимно за подписью «Бен Талих». В 1816 он публиковал «Красоты и дефекты фигуры лошади», сравнительно очерченные, под своим именем. С этой даты, примерно до 1831 года, он создал множество наборов афортов спортивной тематики, в основном цветных и иногда юмористического характера. Представил таблички с изображением охоты, тренерской работы, скачек и бега с препятствиями для национального вида спорта Великобритании. 1821 год. Был известный заядлый спортсмен. Его больше всего помнят по его охотничьим гравюрам, многие из которых он гравировал сам до конца 1830-х годов. Создавал гравюры для ведущих продавцов спортивной и полиграфической продукции. Во многих своих гравюрах Алкин исследовал комическую сторону верховой езды и высмеивал слабости аристократ. Коллекцию его иллюстраций можно увидеть в отделе печати Британского музея. Как я уже и говорил, он умер в 1851 году. Вот так вкратце из переводной Википедии о Генри Томас Алкин, английском художнике и гравёре, который известен как карикатурист и иллюстратор спортивных сюжетов и сцен тренерской работы. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.